Шалом, миряне, привет, народ, с вами снова Женя из Израиля. И сегодня, по названию видео, вы видите, о чем буду говорить, это лайфхак, как пить алкоголь, если уж очень хочется, после резекции желудка. Погнали. Значит, на данный момент, видите, у меня в стакане, в таком небольшом, немножко виски, и здесь виноград. Что это за виноград? Я использую виноград вместо льда. Я не люблю портить запах и вкус любого напитка, который я в себя вкидываю. Я использую виноград. Чем он хорош? Я беру виноград, кладу его в морозильник на пару часиков, когда он превращается в камень лед, и кидаю его в напиток. Чем это хорошо? С моей точки зрения, когда я кладу, скажем, лед тает и немножко искажает, и, ну, не портит, искажает привкус и аромат напитка. Это, с моей точки зрения, идеальное решение. Взять вместо льда эту штуку. Теперь, по поводу вообще любого алкоголя. Я говорю на своем опыте. Мне делали резекцию желудка в свое время. И что у меня произошло? Сегодня и вообще до этого, когда я пью алкоголь, у меня происходит такое ощущение, что жжет. Вот здесь что-то прямо жжет, когда алкоголь проходит. И я стал индикатором хорошего алкоголя и плохого алкоголя. То бишь, когда у меня жжет, значит, алкоголь не очень хорошего качества, причем может быть любой. Даже вино слабенькое, тоже если оно хреновое, то у меня тоже хреново. Вот. И когда алкоголь хороший, у меня все проходит классно. Проверяли с разными напитками. Теперь мой такой совет, ребят. Я не думаю, что алкоголь нам с вами нужен. Да, я могу раз в 2-3 недели, в месяц взять вот это вот за вечер и пить. Теперь мы не бухаем, мы смакуем. Вот эта вот штука может у меня продержаться целый вечер. И может быть даже я ее и не смогу закончить. Не потому что для меня я такой, что я не могу это выпить. Я могу это выпить и залпом, как бы, да, за один раз, но для чего? Мы хотим насладиться вечером. То же самое и еда. Когда мы видим миска оливье того же самого. Зачем нам миска оливье? Возьмем ложку, две. 4 ложки. Хватит. Все одного и того же вкуса. Этого мы смакуем. Я вот курить бросил уже лет 8 примерно тоже тому назад. Пример, когда я делал операцию, я бросил курить. Я и не курю. А вот это, почему нет? Иногда, иногда можно. Если вы уже решили в кавычках бухать, ребят, пожалуйста, не берите водку и не берите любые газированные напитки, шампанское, пиво. Почему? Если вы делаете эту операцию, и вы берете, скажем, шампанское или пиво, там есть газы. Газы расширяют желудок. Чем больше желудок, тем больше вы хотите есть. Поэтому берите вискарь какой-нибудь там, или же, ну, ребят, не, там, где нету пшеницы, что-нибудь. Вот. Я вот эту штуку пью. И нормально. Кстати, еще не пил перед съемками. У меня табу. Я когда что-то делаю, я никогда не пью. Если я, скажем, должен ехать куда-то, садиться за руль, я никогда не буду пить. Я сейчас пообщаюсь с вами и приму это на душу. Сейчас по нашему времени где-то 9:30 вечера. Я обычно иду спать после 12, поэтому время у меня есть. Посмотрю любимый фильм. Детей, жену уложил спать. Время есть, буду смаковать. Теперь, алкоголь пить не рекомендуют диетологи у нас. Но, в принципе, я понимаю, что если сейчас скажут вам мужики или дорогие дамы, бухать нельзя, вы скажете: «Женек, да ты чего? Ты гонишь?» Можно, если осторожно и чуть-чуть. Я не прошу вас пить всю бутылку. И вы хотите получить кайф? Поверьте мне, вот это количество, если вы будете пить по чуть-чуть, у вас все получится. Теперь мой такой совет, который тоже советуют диетологи в стране Израиль, по крайней мере, если вы сделали особенно шунтирование, как вы знаете, что если вы будете пить с трубочки, оно будет очень быстро всасываться, очень быстро проходить. Трубочки могут быть любые, могут быть и толстые, и тонкие, вот такие трубочки, да, я имею в виду, для питья. Вы сможете, не знаю, даже если взять бутылку прямо через нее, можете прямо в себя всосать. Не надо. Не надо эти вещи. Вы хотите напиться, поверьте мне, вы и так будете бухой.
количество маленькое, будете пить маленькими глоточками, гораздо быстрее напьетесь с маленьким количеством, и все будет нормально. То же самое и еда. Нам не надо много еды, нам надо хорошая еда. А по поводу остальной еды и прочее, будут еще видео. Я уже снимал видео на эту тему. Если есть какие-то вопросы, пишите. Это был лайфхак от меня, как можно пить, не портя вкуса и аромата напитка. Всего хорошего, до новых встреч!